Мечтаешь об iPhone 10, MacBook Air или PlayStation 4 Pro? Тогда переходи на сайт Runbox и выбирай любую понравившуюся коробку. Множество положительных и реальных отзывов. Быстрая доставка. Просмотреть все товары более детально можно на их канале. Выполнив простые условия, можешь получить бесплатную коробку. На Runbox появились пользовательские коробки. Создай собственную уникальную коробку, расскажи о ней своим друзьям в соцсетях и получи 5% от ее стоимости за каждое открытие. Я уже создал свою коробку. Что мешает тебе создать свою? Ступай по нашей ссылке в описании, там Runbox дарит 50 рублей на баланс и 20% бонусом при первом пополнении. Мотор. Мотор нормально. Мотор? Мне кажется, он громкого боится. Ну ладно, хули делать, блядь. Сейчас мы будем шуметь. Может, обосрется, что нежелательно. Но это максимум. Ничего не грозит. Так, что думаете по поводу шерсти, заразы, руки, лицо? Здорово, здорово всем. Сейчас. У меня небольшой опыт ведения. Привет, пацаны. Давайте думаем. Здорово. Тут, короче, такая тема. Зацените. Мы тут ехали на тачке, ехали. Остановились, небольшой пит-стоп. И вот этот пацан, короче, залезает к нам в тачку прям. Залезает в тачку и начинает прям говорить: пацаны, забирайте меня с собой и все такое. Щит. Надо ставить самолета. Потом поговорим. Я не знаю, во что ему положить. Ну чё, это рыжий из Иванушек, да, это рыжий из Иванушек. Пока не знаю, во что. Сейчас я думаю. Есть у меня одна. Здорово. Нет. Офигенно, вот кота завели только что. Давно курю. Чубайсом назови. Привет, мужик, от всего солнечного. Крым и Крым тоже респект вообще. Давно я курю. У нас лет, наверное, блядь, с 15. А сейчас мне 32. Но я как-нибудь брошу. Здорово. А, Пайнфор, здорово. Привет. Дядька, альбом бодро от души вам вообще. Версус назвать его. Да Чубайс вот мне тоже понравилось, как говоря. Когда батл на БПМ, мы только что же съездили нарвать на битах, я с Микки Маусом там батлился. Ну зацените, что такое. Леша Каштанов, ебан Леша Каштанов. Ауф, привет, Мини-Ми. Вот, с Украины вообще кайф. Бывал у вас. Главную музыку не бросай, да я и не собираюсь, пацаны. И девчонки, последний альбом, как и предыдущий, просто пушка. Я так и знал. Кайф. Треки залетели, как дела? Мини-ми нормально, вон кошку завели, кота. Завезли. Да я рассказал. Видео с Микки будет в декабре, подсказывают мне. Вот. С Микки Маусом. Как бы это ни звучало. Я не ебанутый. Я правда батлился. Я батлился с Микки Маусом. Здорово. Клип тоже. Клип будет, да, по-любому будем снимать. Не скажу на что. Все будет прикольно. Ну, от души чё, щербет, КГ. Здорово, всем здорово. Прицените кота вообще. Да? Нормально, он уже все как свой. Да, он так и сделал. Ну что, давайте. Еще пока никак не назвал кота.
Денис. Денис Косарь. Прости. Ты там это, я же тебе сказал, надо напрячь чуваков. Стрит ли ждать, ешь, чё? Чё, не понял? Чё? Спасибо, пацаны, блин, долго делали, да, альбом. Ну, прям... Это финалочка, а до этого что писали? Не, ну да, 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 да. Чувак, когда на Версус, я не знаю, когда позовут. Со съемок фильма, что за фильм? А, что за фильм? Да будет, конечно, в стиле «Не раскачивай лодку». Будет обязательно фильм. Фильм про спортивные танцы, ребят. Ну, типа, а-ля как про как «Шаг вперед». Помните, если такой фильмец был? Типа то же самое, с драматическим пируэтом. Вот. Снялся там в роли себя. Оп. Ростик, здорово. Помахать Ростику. Помахать. Да всем помахаю вообще, кто хочет. Всем махаю. Машу. Ну, написано «помахайте». Ну, что, давайте спросим. Опа, Роман, здорово. Ты там танцевать? Нет, танцевать не буду. Я там читаю. В роли себя. Давайте заценю вам студийку, где я пишусь. Хоп, прицените-ка. А? Стиль вообще. Стиль. Universal Audio. Да, мы же, блядь, профессионалы. Ты делаешь круто что-нибудь дерзко. Братан, ты делаешь круто что-нибудь дерзко. Ну... Я сделаю что-нибудь дерзкое. Так, а вот это сама будочка. Е, вот сюда заходится, вот так вот прям к майку. Хоп. Это то, что я видел на протяжении полгода, наверное, вот это вот. И бубнел сюда. С Микки выступил. Да, ну, выступил нормально. Там в моменте косякнул. Ну, типа, забыл строчку. Ну, это все фигня. Мерч. Мерч будет по-любому. С Царицына. Привет, Царицына. В Украине? Да, да, конечно, если позовут. Если позовут, мы, конечно, будем прорабатывать. ВДНХ, салют, ВДНХ. Ну, у меня бывает, да, чё. Спасибо, Денчик. PWNZ. Знаком ли я с Джина, касаясь слов? Да, конечно, знаком, братан. С Джина знаком, да, у нас же есть с ним совместный трек, и вообще все время порываемся что-то сделать еще, но... Чего, меня зовут 140, дерзко сделаю, я постоянно смотрю. Понял, брат. Здорово. Что меня сподвигло на трек «Понедельник», я не знаю, пацаны, просто как-то так получилось. Включил бит, шел по городу и все. И рифмовал. Лает стволы, скрипапа. Интернет-батлов. Так я... Какая-то такая слава у меня, прям, батя, я ж там ни разу ничего, ну, в финале-то не был. Поживаю вообще нормально. Не поживаю, а живу прям конкретно и кайфую. Что сейчас можешь сказать про Лёху? Просто у вас есть фит. Про Лёху ты имеешь в виду LJ, наверное? Да что могу сказать, красава вообще, пацан. Нечего сказать. К Баста Раймс отношусь. Да, со всем уважением. BPM будет скоро, в декабре выйдет. К слову о рэперах из Германии, недавно старый фит переслушивал.
У меня же есть, да, какой-то там. Я уже и забыл. В Сочи буду обязательно, конечно. Приветик, привет. Да ладно, ни разу ничего не запомнил. Твой огонь на ДНБ. Ну, от души. Николай 68, как идет мой бизнес? Нормально, процветаем. С кем бы фитанул? Да много с кем бы фитанул, это такой вопрос вообще риторический. Мне много кто нравится, вообще, в принципе. Мне очень нравится, что сейчас происходит в России с хип-хопом. Ну, я, конечно, не беру прям всех поголовно подряд, прям не буду хвалить, но в целом мне нравится картина. Слочи не планируешь? Да я планирую, конечно, совместку Слочи, но там дальше как жизнь сложится. Вон, чувак тоже взрослый. В Екатеринбург пригоню. Бамблбизи. Что скажу про Бамблбизи? Да и что вообще скажу про Бамблбизи? Молодец, пацан. С кайфом слушаю его треки. Какие попадаются. С Леки будет. Ну, будет еще, конечно, Леки же мой кент. В армии... Не, пацаны, в армии я вообще обошел. И это вообще отдельная охуенная история, как я, блядь, обошел армию. Короче, я сильно от нее не бегал, просто была маза, типа, сделать этот самый, сделать себе что-то там на 2 года за 15 тысяч отмазу. Ну вот, я сделал ее, и все, и обо мне как бы забыли. Обо мне как бы забыли. И когда мне было 27 лет, на моем выступлении ко мне подходит чувак. Ко мне подходит чувак и говорит, это самое, слушай, а ты это... Чувствуешь, тебя его, ну, в армейку не зовут? Я говорю, ну да. Он говорит, все потому, что я комиссар твоего военкомата. Я охуел от этой новости. Он мне сказал, заходи, забирай военник. И все, я зашел, забрал военник. Вот так вот. Да-да, конечно. У меня он кореш, сходил в армию. И он был, это, по-моему, там, ну, не то чтобы прям последний призыв, когда 2 года служили, ну, что-то вот, да, или одно из последних, короче, крайние разы, когда люди ходили на 2 года в армию, ну, вот, и это, он говорит, конечно, нам охуенно весело, но это, блядь, поворот не туда. Бульвар Депо, тоже знаком с ним, ну, я не могу сказать то, что вот я лично буду делать такое музло, но я в такое врубаюсь, я понимаю, что это такое. Вот, и вот так вот, веселая жизнь у меня, ну, блядь. Бля, пацаны, если бы вы знали. Ожидал ли я от альбома большего? Да не, на самом деле, все так, как я ожидал, в принципе. Я по альбому могу сказать, что, ну, доволен тем, что я нашел себя. Вот, это очень такой сложный момент. Я же ведь делал раньше иначе. А время идет, и как бы надо меняться вместе с временем, но так меняться, чтобы не изменять себе. Вот, я считаю, что у меня все получилось в этом плане. Детский сад, это самое, ну да. Гомеля, Белоруссии, пацаны, Белоруссии. Я был вот одной ногой в Белоруссии, нет, так в Белоруссии не был. Рассказать историю какую? Откуда я сам, братан? Я из Москвы. Как сходил на The Haze? Да вообще с кайфом сходил и, наверное, еще раз с кайфом схожу. Мне очень понравилось и результат понравился. Вообще кайф. Вот. Прям кайф. Не часто я кайфую от таких вещей. Меня Никс Домино на Домино и ебашка Колджей. Бля, не, я под прямую бочку не буду делать, наверное, только потому, что, ну, уже поздно. В Красноярск приеду, конечно. Вот, побатлить с кем-нибудь есть желание? Да я вообще особенно не люблю батлить на самом-то деле. Ну, зовут, не отказываюсь. Не кайфую, конечно, от этого момента, но так особенно не ищу. Шок. Здорово. Здорово, Шок. А, Денчик, рассказать историю про кожаную кепку? И кожаный плащ, ёпты.
Ну, просто пацан оказался не в том месте, блядь, не в то время. В Пензу приеду. Да, конечно, ребят, я буду прорабатывать вообще, ну, по поводу того, что приехать куда-нибудь, тур, не тур. Не то, что я не один, у нас несколько человек, которые пекутся за мое творчество, слава богу. Вот, конечно, мы будем топить. В Карелии был разок, да. Был в Петрозаводске, потом после концерта нас повезли куда-то там пьянствовать. Что-то зрителей мало, давай до 1000 бей. Ну, я чё, блядь, я чё, их накручиваю, что ли? Сколько есть, все заебись вообще. Зато беседа вон какая живая идёт, блядь, охуенно. Биджа! Кайфово читаешь, ну, стараюсь. BPM будет в декабре. Привет. Что думаю о Кизару? Кизара. Блин, мне, конечно, по поводу Кизара. Не могу сказать, что мне нравится все его музло. Вот. Но он иногда выдает такие строчки, прям вот не дать, не взять. Мне не очень нравится, когда вот это там, я трахал твою суку, трахал твою суку, трахал твою суку. Потому что вот, например, я вот долго такое... Ну вот, когда я пишу текст, я, например, думаю... Сможет ли меня человек слушать? Ну, то есть, вот если я встал напротив человека и начинаю ему рассказывать, как я ебал его тёлку. Вот. Я, например, лично такое не смогу долго слушать. Типа, ну, может быть, секунд 45, как бы, да? Вот. Вот. А и так он иногда выдает нормальные темы. Ну, а так вообще молодец, смелый пацан. Чё, базарит, чё думает, то и базарит. Как бы это не каждый так может. Отель красава вообще. Бля, вот это вопрос просто, пиздец, я падаю. Стас, такой вопрос. Есть ты, Домино, и есть Лёша Трюк, Домино. Кто из вас настоящий? Ебать. Он настоящий, я тоже настоящий. Так получилось просто, блядь, что мы появились примерно в одно время, и никто, ни я не знал о нем, он не знал обо мне, и все, как бы, блядь. Я не захотел ник менять, и он не захотел. Джинекс, знаю, да. Здорово. Что значит, это же не так? Уточни там, что не так. Давай новенькое в стиле старенького. Понимаешь, если я выпущу что-нибудь новенькое в стиле стареньком, то это не будет новеньким. Да, с казахом Танир вообще отдельный респект. Братуха, давно знакомы с ним, вообще его обнимаю. Каждый раз, как вспоминаю, и краба ему вообще. Если не был, можешь сказать, что эбал. Ничего не понял. Когда BPM передать при Тольятти, пацаны... Всем привет. По-любому приеду к вам. Точнее, не на его фанбой. Как относишься к Даст? Даст. Слушай, я знаю его. Да как? Нормально отношусь. Гонфлат. Гонфлат вообще красава, мне кажется. Просто красава. Сука тупая, как Питикантра, блядь, это вообще... В это можно поверить только когда сам увидишь, блядь. Что такое потаще, братан? Треки делаем. Помню, я тоже был, да. Помню, я был. Барнаульские пацаны. Бля, привет вам, парни, вообще. BPM скоро. Да, Танирчик, красава. Да, на самом деле, вот сейчас с вами разговариваю, думаю по поводу кота, блядь. Что-то я на горячке взял и схватил, я в жизни животное не подбирал никакое. У меня были животные, блядь, но я никогда их не подбирал. Типа, у меня были овчарки там, две. А тут я, блядь, взял и подобрал кота. Он же мне, блядь, все засыт, нахуй. Порвет, блядь, мой кожаный диван, ебать. Хоть раз забирали ли меня в мусорню? Забирали,
По детству, а так я что-то как-то красиво мимо них. Бля, когда BPM? Самый, короче, популярный вопрос. BPM в декабре. Шаурма, ты из кота думаешь? Не, ты чё, я, блядь. Я вообще, на самом деле, почти веган, блядь. Я мясо почти не ем. ТФ финал, что такое? ТФ, пацаны, я старый, блядь. Покажи кота внутри, блядь, ты чё, нахуй? Ну да, он, я тоже надеюсь, то, что он будет такой, ну, короче, в себе пацан. И не будет мне ссать и срать, потому что, блядь, придется отрезать ему яйца. Да, 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 Тох, точно его можно назвать. Шерстяной пидырило, блядь. Бертоц, Олеж, блядь, что значит показать кота изнутри, блядь? Я не понимаю тебя, брат. Я так глубоко не копаю. А, в натуре, а не внутри, ёпта, блядь. Сорян, блядь, а то мне, я просто в ахуе вообще. Сейчас, конечно, покажу кота, блядь. Я знаю, но у нас тоже был горло вот такая, отпизженная. Сейчас покажу кота. Вот он. Угадал? Что? Вот. Ты будешь уже на последнем дыхании с кровью горла. Ненавижу, мразь, сука. Ты обожжённый. Нет, я понимаю, я говорю. Я типа проходила на работу, и он говорит, а, типа, ты сделала задание, там, вот это, А, ТФ, топ-флоу. Это казахи, да? Это казахи. Чё, да мне понравилось вообще. Молодцы пацаны. Да я, честно говоря, я смотрю сейчас на всю вот эту вот батл-лигу. Есть два вообще момента. Есть два момента по этому поводу. То, что уровень поднялся, пиздец. Все, слава богу, ебашут. И как бы там мне теперь сложновато говорить, что я, блядь, самый охуенный. Но я как бы так не базарил никогда. Ну, там, конечно, думал, блядь. Ну, вот. Но теперь я смотрю на пацанов, и я рад, блядь, что наконец-то так. Что много народу теперь делает охуенно. Но, блядь, тут такой нюанс, то, что все делают одинаково, вот, и я могу вот выделить только, ну, там, несколько человек, я могу, блин, забыть вообще, ну, там, сорян тех, кого забыл, если что, ну, так, в моменте просто. Мне очень нравится, что делает OG Gang, вообще молодцы парни, ну, по крайней мере, вот, стиль, как бы, они вообще, ну, прям, раздают. Топ Флоу я заценил, вот, я смотрел их батл. Кайф. Ну так, много кого могу вспомнить. Не хочу забивать бошку. Как ты отнесся к вылету с «Голос улиц»? Да как отнесся? Блядь. Я к этому никак не отнесся, блядь. Че, я же помню комментарий. Не знаю, Стасон. Как бы, блядь, я ничего нового не увидел. Ну, припев был охуенный, блядь, а у Сапы мне рубашка понравилась. Ну, Сапе привет, чё, красава, взял этот доллар, блядь. Большинство делает говно, ну, да, чёткий альбом, вышка, от души, чё про Big Baby Tape думаешь? Блядь, я, честно говоря, не знаю, кто это. Сорян, я проштудирую. Свой стиль. Знаешь, я очень надеюсь, короче, что у меня есть свой стиль, потому что сложно оценивать это, как, ну, блядь, из первых глаз, потому что тебе кажется, блядь, да что ты такого делаешь? Ты просто, блядь, подходишь к микрофону и как все читаешь. С Сапой, да вообще должна была быть совместка. Ты что, я отписал куплет. Трясите его. Здорово, здорово. Ку. Хатчик 17, блядь. Первый класс хороший был бы батловик. Ну, думаю... Думаю, да. Если бы он, как бы, юморка. Побольше бы юморка. Потому что у него очень агрессивный стиль.
и он как бы делает упор, там нету никакой, знаешь, иронии, он просто в лоб хуярит вот так вот, что иди нахуй, все вы идете нахуй, сосете. Ну вот как бы, вот, иронии бы ему побольше над собой, над оппонентом был бы, да, вообще пушечный. Не хочешь собрать Тиму и идти нарвать на битах? Ну и что, ну я был там нарвать на битах. Нафиг, ну как бы зачем мне это все нужно? Я уже взрослый, блядь, мужик, и мне вот это каждый раз, когда я выхожу на батл, я думаю только о другом, блядь, только об одном, блядь, что я вообще делаю, ебать. Батл первого класса и Паша Техник, мне кажется, это самое беспонтовое, что может быть, блядь. Это, ну, наверное, если только Петросян его будет судить. Зарубиться с Окси. Да. Да, прикольно было бы. Наверное. О, Наталья, добрый вечер. Снимай шляпу. Больше матом не ругаюсь, все. Как часто мне задают вопрос о фастфлоу? Каждый день. Каждый день. В разных интерпретациях. И ты же, ну, я не Гансбург никакой, ты дыми, но... Так, Гансбург вообще, что это такое Гансбург вообще, чтобы вы знали, да, все 35 человек, которые сейчас смотрят, это фамилия моего отца. Вот такие вот дела. Да ты бы сделал его, я так думаю. Кого бы сделал? Окси? Окси бы, не знаю, сделал я бы его или нет, парни, это такой вопрос. Давайте, ну, не будем кривить душой, текст он пишет мощно вообще. Может, я где-то по технике, как бы, посильнее. Но текстовик он посильнее, чем я. Как относится родители к моему творчеству? Да нормально относится. Советов дают 1000. Шота помню, конечно. Да, ну то есть вот это разные стили, поэтому тут сложно судить. Привет Украине. Ну от души, братан, я рад, что ты в меня так веришь. Если будет шанс, я тебя не подведу. Берешь Окси, пишешь текст, и будет бомбе. Бомбе. В школе учился ли я хорошо? Бля, нет. Я лютый был вообще ученичок. Я поменял 8 школ. У меня были проблемы с общением, с учителями. Там, ну, вообще серьезная тема. Я... Салам с Казахстана, блин, пацаны, салам вам тоже, встречный, и Ренату привет, обнял, спасибо, парни. Так пиши, что хотел пообщаться, пиши, я вот для этого и здесь. Бухаю часто, я вообще, парни, не пью уже, наверное, я и так-то был не особый любитель пьянствовать, ну вот, и не пью, наверное, уже второй год. Ну, совсем. То есть у меня бывает там изредка вообще прям. Мужик, тема про Багдад. А, про, типа, в Багдаде все спокойно, это же трек с батла. А надо было написать сторителлинг, у меня мозгов не хватило что-то там выдумывать, и я просто посмотрел фильмец и, считай, сделал саундтрек к нему. Вот откуда тебе привет передать... Словни из Донбасса, братан, словни из Донбасса, давай. За тендай шаришь? Не шаришь, что такое, поможешь трансляции делать. Да, сейчас буду делать, и что-то надо включаться, а то смотрю, это вообще такая попсовая вещь, блядь, делать трансляции, да и вообще кайф потрещать. Вот, думаю, наверное, в следующий раз, или колесах редко пьют, те, кто на дорожках или колесах, да знаете что, парни, если бы я... Посмотри на меня вообще, вот просто на дорожках или колесах. Посмотри, чувак.
Мне 32 года. Ты представляешь, как бы человек выглядел, блядь, в 32 года, если бы он торчал бы? Точно не так. Тогда под чем-то был на версии с волки. Знаешь, я бы там был бы под чем-нибудь с удовольствием, но у меня не было такой возможности. Я просто не поспал в поезде. Вот. Приезжаю в квартиру, в которой меня ждут мои кенты, которые приехали на день раньше. Вот. И они... Ну, они хорошенечко отметили это дело, и они были в таком состоянии, что мне там было не отдохнуть, не поспать, ничего. Я просто... Мне нужно готовиться к батлу, а вокруг у меня тусовка, которая мне в ухо орёт. Братан, всё будет нормально! Вот такая вот тема. Ну, как бы, я просто был уставший. Ну, что-то я там выпил, может, стакан чего-нибудь. И все. Ты общался с Драгоном, который делал 16 проблем. Общался я с Драгоном, который делал 16 проблем. Зачитать? Зачитать. А что вам зачитать, пацаны? Я не с 85-го, 86-го. Июнь, 21 июня. Фартук в масле оливье, да, я знаю, пацаны, от души. А, блин. Твоя что-то, Алекс из Гамора. Не знаю. Ну, знаю группу, но не знаю. Пару строк. У меня тут нет времени на весь этот трёплев. Вылетая с района, поднимая свой левел, поднимая стол пыли позади себя. Я понимаю, что не знаю человека в отражении. Я сплю на полу в своей уставшей комнате. Но даже при таком раскладе я не голоден. Волка кормит ноги, даже если они в холоде. Я делаю старую школу, но делаю это по-новому. Время нет. Не помню я эти все старые треки. Замутить грайм, блядь. Салам, Алмате тоже саламчик. Закат, читаны закат. Читануть закат. Наталья, благодарю вас. Hot and Fresh, это ты имеешь в виду там, где Юля Маркова пела? Hot like a bitch, вот это да? Some fresh like a motherfucker. Я на самом деле помню, как она пела, но не помню свой куплет. Потому что я после этих... Пацаны, с того времени я написал еще очень много куплетов, и все, что выпущено было, это просто, наверное, процентов, наверное, 20 от того, что было написано. Да, года джаз, да. РФ 32 мужики только пивко открыть могут. Да, и это удручает. На английском читает. Rewind Selector, по-моему, так это звучит. Не знаю. Здорово. Фристайлишь? Не фристайлю. Не фристайлю, потому что не люблю нести херню. Как мне Камикадзе Минема? Кайф! Да, наверное, надо поступить, как он. Потому что все, ну, как бы вернулся тот Минем, которого ждали, да, наверное? Стасон тоже как-нибудь так сделает. Ставрополю тоже салам. Настроение. Да кайф, настроение. Обзавелся котом вот час назад. Сургут, салют вам, пацаны. Я бы вам читанул бы что-нибудь еще. Вот. Но в следующий раз. В следующий раз что-нибудь как-нибудь сделаю посерьезней. Трудно было ли написать 16 проблем? Нет. Типа, ну, может быть, неделю я его писал.
Я тебе в директ кину ссылку на его ВК, и Димон зовут охуительно делать. Окей, я посмотрю. Тогда что-нибудь из нового читануть? Из нового? Да услышите скоро новое. Сейчас да, пока в Измайлово живу. Пообщаемся, вообще не вопрос. Будут батлы еще, один минимум будет. Скоро, в декабре. Понедельник, да что прям его, акапельного читать? Как начинал свое творчество? Начинал творчество, да как, просто захотелось и все. Читал сверху на касту, не помню, альбом как-то у них «Громче воды, выше травы», я вставлял, это вообще-то была целая система. И ты вставляешь, короче, ну, в первую деку кассету с кастой, а во вторую деку вставляешь кассету без касты, ту, которую не жалко. Нажимаешь на запись, чтобы писалась каста на другую кассету, и вставляешь микрофон и сверху наваливаешь. И получается, ты читаешь. Вот так вот и делал. С Файком совместно будет тогда, когда он напишет текст. Сразу же вообще. Сразу. Как дела? Офигенно вообще. Изначально, кстати, думал, ты ЧСВ, а ты ламповый такой. Бля. Гансбург какой-то не к подсчету. Да третий, наверное. Да домино, как бы, я же никуда не убрал. Просто Гансбург — это парни, это дань моему отцу. Как бы он недавно умер. И такая тема. Никого у руля, дорогой яд, это я. Как там? Никого у руля, дорогой яд, это хард. Пати, братик, ты как? Это Москва, дай. Я не помню. Стас, мы решили заканчивать прямой эфир. Ну, Денис, все, блядь, раз уж вы решили. С Дюки будет совместка, конечно. Спасибо. Передай Сане Пономареву привет. Санин Пономарев, салют. Сокси, да в ладах, наверное. Ну, общаемся нормально. Вероник, привет. Привет, Санкт-Петербург. Сокси, да, ну, когда видимся, тогда общаемся, да, на позитиве. Че, мне нравится с ним общаться, он хороший чувак. Со Смаком редко общаемся. Нормально, наверное, у него дела. Бамблбизи, я охуею. Если вы... Я думаю, это возможное развитие событий. Закат зачитать. Зачитать закат. Зачитать закат. Давайте сейчас с трубы поставим бит, да? И зачитаем. Здорово. Сейчас будет закат и рассвет. Я расскажу. Я расту и смотрю, как растет на балконе куст. Растет моя музыка, меняется вкус. Больше времени делам и меньше тусупс. I did it again. Ведь мой магазин далеко не пуст. Еще время пусть течет, ведь это пусть течет. А на другом будет Аня Палачом. Это мой из тем, это выход. За вдохом выдох. Вдох, выдох. Исход близок, когда-то давно необработанный кристалл. Теперь это блюли, которые издали видно. Даже не думал, кем в итоге будет. Опустив голову вниз, начиная с белого листа. Тебе кажется, мы мутим странные вещи. Так и есть эта движуха по жести. Это наш бесконечный встречный путь. Думать надо речи физеля, чтобы не дал трещину. Мы тут, потому что рука плещет зал. Ведь ты нас узнал, вижу по глазам, как ты этому рад. И мы тут, пока это надо вашим ушам. Круто зарифмованный разговор по душам. Будет причины или же локализует пожар. Просто дай ему шанс на уши упасть. Не бросишь курить, но станет легче дышать. Схема та же, только выше на этаж. Я накидываю, ты проверяешь. Только прошу тебя, снимай пробу. Будь аккуратен, дважды подумай, заходя на вираж. Вокруг нас крутится сейчас весь мир. Подруга крутит нам еще один. Еще один.
Еще один. Все будет так, как мы захотим. О. Новый день, вверх, каждый новый день. Что-то не вижу, чтобы вы мне там бэчили. Это минус играет, братан, с выступления. Нежели богато, вот и нехуя начинать. Нашли тоже мальчика, да, я знаю, что моя же тух, стерва, падал тысячи раз и стану тысяч первый. Тот самый нищий, что лезет через стерни, тот самый хищник, что не знает меры. Даже в самый лютый хлам я на высоте самое быстрое ламбо. Я на бит взял фляг и бит превратил в салат из манго. Я могу быть кем угодно, но просто я ебал это. Ведь это все мое кино, я тут за главного. Я залетаю боком на сцену, ты понимаешь, что сейчас будет мясо, которое так ждали тут грязь. Вам пистоли на меня, как будто это не Москва, а выгребная яма, блядь, кто? Ну кто все эти люди, что со мной базарят? Так как будто я их младший братик, а чем вообще базарю? Ведь я сделал себе сам, как и все мои люди, то рядом. Че ты хочешь нам сказать? Оставь ты себя, мы сами знаем, как надо. Ну, пиздец вам, да, эксклюзивчик залетел? Ну ладно, чё, да, в натуре нормальная тема. Буду делать такие темы и будем с вами штудировать материал, как бы, так сказать, блядь, лайвом. Кайф, ну да, сам порадовался. Да. Этот трек не был на батле, это не батл трек, эй. На батле, как вот, Талибала или Лимит, мне кажется, Лимит. Талибал, у него прям вообще как-то опыта нету. Старенького. Почему ты так напрягся на батле с Волки, когда он сказал, что машину первую тебе купил батя? Потому что это пиздёж. Вот. Братан Гульбис, брат, я в тебя тоже верю. С 8 класса. Вот, что, надо, наверное, заканчивать, потому что есть еще дела, дела, дела. Мы будем записывать трек? Да, мы будем записывать трек, и что... Я маякнул, но, видимо, короче, будем делать теперь такие темы, потому что прикольно, мне тоже нравится общаться. Кайф вообще. Вот. Да, я, ну вообще кайф, кайф. Понедельник репит. Да вы у меня все на репите. Все для вас. Короче, да, мы сейчас будем писать тречок, который очень скоро выйдет. Выйдет вместе с релизом батла, так что в декабре ждите еще подгончик. Бля, на самом деле еще будет столько вообще приколов. Парни, что, уже готово? Вообще кайф. Спасибо, Ироник. Короче, да, мне уже что-то хочется вам сейчас посливать, но я не буду этого делать. У меня, конечно, плохо вода в жопе держится, блядь, но я не буду сливать, зацените скоро. Все, короче, всем салам, алла, от души обнял, все, рок-н-ролл, жив.